Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мастерская Мастерок. Очередная посылочка. Кстати, приехала она с Мист Экспресс. Мне прямо на дом приехала. Заказывал я ее на Omniva. Абсолютно бесплатная была доставка. Не знаю, почему Мист Экспресс взялся за это. За все в прошлый раз я от Omniva получал непотеряшку для кошек. Но в этот раз приехала мне аж на дом. Здесь у нас, значит, продавец оценил это все почти в 4 доллара. По-моему, я так и платил. Ну, по-моему, платил я 5 с копейками. Вот не помню. Уточню. Во всяком случае, ссылочка будет в описании моей покупки. Это у нас Powerbank. Смотрел я на него обзоры на других каналах. Достаточно хороший, достаточно надежный должен быть. Тут уже что-то, я смотрю, с экранчиком. Тут не знаю, вам видно на камеру или нет. На 5 батареечек. Давайте сейчас ставим батареечки и посмотрим на Powerbank сам. Итак, дорогие друзья, взял я... У меня были только 4 одинаковые батареечки, как оказалось, Sanyo на 2400 мА. И возьму я еще один аккумулятор на 2600 мА Samsung. Есть у меня на 2400 Samsung. Еще вот такой. Он немножко уже был... подпаянный, но я думаю, для пауэрбанка сгодится. Ничего страшного, я убрал для домашнего пользования. Давайте сейчас проверим по вольтажу, как у нас, что у нас, как у нас 4.05. И давайте, и в принципе 4.02. Три девяносто, чуть-чуть, видимо, больше подсел, меньшая емкость, и 4.03. Так, ну давайте теперь это все дело вставим и посмотрим, как у нас что. Вставляем, главное не перепутать полярность. Я, наверное, их буду вот так вот вставлять парами. Ага, тут не вставляется. Сейчас попробуем вставить сразу этот, а теперь этот. И сюда мы вставим наш на тоже 2400. Вот, вставили. Так, ну и теперь... Ну и теперь, ничего теперь. Давайте попробуем, может, его подзарядить. О, 95% включилось. А ну, теперь, о, пишет теперь 95. Значит, его надо, наверное, было так активировать. Интересненько. Ну и давайте попробуем что-то от него зарядить, что ли. Ну, хотя бы даже уже имеющийся, допустим, Powerbank, который есть у меня. Вот у меня уже имеется такой вот Powerbank. Давайте попробуем, где у нас тут, у нас 2 ампера, 1 ампера. Ну, давайте попробуем сначала 2 ампера поставим и сюда его воткнем. Так, а что нам теперь надо сделать? Видимо, может нажать.
О, я плохо вставил. Пошла зарядка. Не до конца вставил, побоялся. 5 вольт, 2, 1 ампера. Пишет. У нас пишет. Out. Put. Заряжается. Вот, 5 вольт, 1 ампер. Хм, интересная штуковина. Так, а если мы нажмем два раза, то это у нас будет фонарик. Ну, такой прикольный пауэрбанк, работает, все нормально, все классно. Так что рекомендую, ссылочка в описании. Давайте закрою, покажу, как оно будет выглядеть в конце. У нас тут щеколдочки. Значит, это одевается первый. Так. И, ребят, вот так вот он у нас выглядит в финале. В комплекте было еще стеклышко, я его сразу не заметил. То есть экранчик у нас запоминающий, то есть последнее на нем отображается число, которое на нем загоралось. То есть вот такой вот интересный, на 2 ампера, на 1 ампер, 5 вольт с фонариком. Заряжается тоже как одного, так и от 2 ампер. Так что всем рекомендую, ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.